Всем привет, дорогие друзья, с вами Дот, а это клуб настольных игр «Мир коробки». Сегодня у нас на распаковке «Ужас Архима», «Ужас Инсмута». Еще одно дополнение к «Ужасу Архима», который у нас и так уже бескрайний. Ну что, посмотрим, что в коробке. Можно сказать, темная, самая темная коробка во всей серии. Торец. Как всегда, содержимое коробочки и компоненты. Ну что, приступим к вскрытию. Раз, два, три, елки-палки. Угу. И тогда. Как всегда, нас встречают правила. Здесь их как-то особо много. Бумага плотнее, кстати, чем обычно. Как его правильно представлять к полю? Но тут уже должно быть три поля должно быть. Жетончики, ух ты, ох, вываливаются прям оранжевые, красивые. Вот просто выпадают. Опа, бросил, они все выпали. Еще более крутая штамповка. Такой вот. Тоже отлично. Поле. Черненькая, и попробуем его присоединить к нашему полю. Сдвигаем другие города. И не той стороной пытаемся присоединить. И вот так вот оно соединяется. Причем, видите, естественный переход на следующий. То есть рассчитано, что будет еще один доп. То есть можно играть с несколькими допами. Карточка регистрации Fantasy Fly. Гора зип-блоков, что радует, как всегда. Классические подставочки. Воу, посмотрите на это количество древних и сыщиков. Нас встречают уже два новых из новой линейки, так сказать. Просто тонны сыщиков и всего остального. Ну что, погнали. Как говорится, если что, просто нажмите паузу, чтобы почитать. Иначе мы будем. Это видео будет бесконечное. Значок допа. Якорь. Древние. И снова сыщики. Это, судя по всему, сражается с чужим. Это вообще на убийцу похож. Фух. Здесь, кстати, всего раз, два, три, четыре. И, внимание, карточки в отдельном зип-блоке. Давайте мы прямо их сейчас и распакуем, узнаем. Это промо, это то, чего не хватало, то, что доложили. Или еще что-то, вот видите. 1-1-1-1-1-1, 2-2-2-2-2-2-2 и 3-3-3-3-3-3-3. Еще у нас... Немного, но есть карточек. Ух, плотно упаковано.
По рубашечкам. Здесь что-то с рубашечками тяжело. А, нет, здесь нет рубашечек. Все карточки двухсторонние, похоже. Что-то присущее только данному дополнению. Вот обратная сторона. Здесь уже с рубашечками. С такими, вау, такие стимпанк рубашечки. Мифы, слухи. Так, едем дальше. Порталы, новые районы города, новые задания, новые ловушки, новые проклятия. Воу, вот эта рубашечка. Много прикольных рубашечек. И смотрим в обратную сторону. Как всегда, задания, тексты, проклятия. Все, что угодно может на этих картах быть. Вот. Оно всем нас удивляет. Смотрим, что у нас внутри коробки. Ничего. Кстати, дно коричневое, а не серое. Ложемент, опять же, в стиле древнего ужаса. А давайте у нас есть под рукой Ужас Аркхема, база. Вот, в Ужасе Аркхема вот такой вот. И вот как-то так, друзья. Ну что, вот мы и закончили распаковку дополнения Ужас Аркхема, Ужас Инсмута. Поле наше стало совсем бескрайним. Вот 1, 2, 3, 4, елки-палки. Игра будет просто бесконечная, друзья. Теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большой палец. Также мы есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах, Тиссера и БГ. Везде мы клуб Мир в коробке или просто Мир в коробке, потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробочке. Всем пока!